Австралия. Приплыл, стоит, обсыхает. Кенгуру вокруг, аборигены, хорошо. Утконосы набежали, хорошо. Родились новые дети с широкими ноздрями. В коридорах вместе с галошами и велосипедами стоят копья и щиты. Аборигены спят на циновках в гостиных. А жильцы дома все с ног до головы татуированные, как персидские ковры. А на головах дреды. Ни расчесываться, ни мыться не надо. Хорошо. А в подъезды, вдобавок к индийским слонам, мартышкам и крокодилам, набились коалы, утконосы и кенгуру. Не протолкнуться, как в Москве в метро в час пик. Хорошо. А бедные пигмеи, как-то поутру вспомнил дом. И как был с просонья, в пижаме и ночном колпаке, подошел к океану и поплыл к пигмеям. Но коварные Трамонтана, Муссон и Пассат разом утащили дом в Антарктиду. К айсбергам и пингвинам. Thank you.